Цей випуск взагалі не мав відбутися. Десь приблизно у цей час я саме мала полетіти в Венецію. Квитки були акційні, придбані ще у листопаді минулого року до спалаху пандемії. І авіакомпанія їх не анулювала. Теоретично я й досі можу їх використати просто в інші дати або, можливо, навіть обрати інший напрям. Але куди зараз летіти безпечно? Чи зможу я повернутися? І як взагалі відпочити без проблем і не за всі гроші світу? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, як подорожувати за кордон під час пандемії, не наразити себе на небезпеку і уникнути небажаних пригод? І чи реально це все зараз взагалі? Сьогодні говоримо про це, але перед тим, як поставити усі ці запитання нашим гостям, хочу наголосити, що уся знімальна група дотримується профілактичних заходів. Ми з учасниками програми знімаємо маски виключно на час ефіру, щоб уникнути браку по звуку. І почати розмову я б хотіла з ваших особистих туристичних планів. Розкажіть, чи ризикнете подорожувати особисто ви найближче часом і, можливо, навіть вже відомі дати, куди, коли і так далі. Марина. Я з удовольствием буду рисковать и показывать другим, что не нужно бояться. Мы вылетаем уже 1 июля в Турцию, в Кемер. Нас будет лететь 8 человек. Это менеджеры и директора разных агентств, потому что мы хотим своим примером показать другим, как нас встретят в аэропорту, будет ли тестирование, обсервация и так далее, как нас встретят в аэропорту Анталии, потому что уже будет встреча без гида, как нас будут принимать, кормить, потому что ОЛ немножечко трансформировалась, все будет тоже, только другая концепция. И, соответственно, по прилету в Украину, что будет, обсервация, не обсервация и так далее. А відомі вже усі ці деталі, про які ви говорите? Тобто що, де, коли заплановано, смотрите, яка обсервація? К нам вчера прийшли протоколи. Например, зараз просто скажіть, відомо чи ні, а потім я детальніше на цьому зупинимося. Да. Приблизно вже відомо. Все, розпитаю вас ще сьогодні. Сергію, ваші плани. До осені не планував, до осені, в связи з тим, що на літо були заплановані теоретичні круїз в сторону Норвегії, і в связи з тим, що Норвегія до 20 августа закрила границі і практично наложила вето на всі путешествия в сторону Арктики, і вот этот весь регион, поэтому до осени пока никаких планов. А с осени есть. Тобто вже восени у вас є... Есть, да. Да. Ви подорожуватимете. Ну, для мене навіть це трохи зарано, скажу відверто. Пане Валерію, як щодо ваших планів подорожей? У нас в планах є, починаючи від Швеції, закінчуючи Турцією, Франция, Италия, Греция, с велосипедом, пешком. Но зависит от того, как и куда откроют границы. Мы готовы уехать хоть через сутки после открытия. То есть все мобильно, свой транспорт, все, люди. Но физически мы границу не преодолеем до тех пор, пока их не откроют. Тобто ще чекаємо. Это то, что касается внешнего. Але ви готові, в принципе, да, от хоч завтра. Готова с прошлого года. Александр, як у меня есть обязательства перед своими туристами. Несколько десятков человек оплатило свои туры еще зимой. Угу. И пока я не решу этот вопрос, не отправлю наших туристов отдыхать, пока в планах не будет. Но я думаю, что к осени, если разрешится вопрос с карантином, то с удовольствием поеду отдыхать. От, якщо чесно, ви для мене такі ризиковані, взагалі шалені люди, тому що особисто мені важко зараз навіть наважитися у якийсь великий торговий центр піти, не те, що там аеропорти, або перетинати кордони, і ось вся ця ситуація. Скажіть, будь ласка, от стосовно всіх цих деталей і взагалі безпеки подорожей, наскільки це зараз безпечно взагалі? Смотрите, нам вчера выслали протоколы, потому что это, я говорю, не от своего имени, а это официальные данные. Значит, можно спокойно лететь с 1 июля, можно с 15 июня открывается международное пространство, да? Но не все отели открываются на территории других стран. Значит, точно это Турция, Черногория, Албания, Греция, Хорватия, Болгария. Это можно лететь спокойно, вас не будут тестировать, как в других странах, за 72 часа до вылета. И если в случае у вас будет позитивный тест, вы не будете на обсервации. Две страны, Кипр и Грузия, туда можно будет влететь с 1 июля, только имея на руках тесты, которые важны, 72 часа. Если вы тест этот не сделали по приезду, вы должны будете оплатить на каждого члена семьи по 60 евро.
Потом, например, вы оплатили отдых 7 ночей, но сутки, 24 часа, вы самоизолируетесь в этом номере. То есть уже вы день теряете, uh-huh, правильно? Uh-huh. И ждете в страхе этот тест. Я бы уже не поехала, например. Если тест положительный, конечно, Кипр заявляет и Грузия, что они оплатят 14-дневное пребывание в отеле, ну, в закрытом пространстве. Uh-huh. Обсервация всей семьи. Но вы должны будете оплатить на всю семью трансфер за свой счет и перелет. И потом неизвестно, как вас примет Украина. То есть я бы не рисковала лететь сейчас в Грузию и на Кипр. Остальные страны, те, которые я уже сказала, они вас спокойно пустят. Не нужны никакие тесты, никакая обсервация. Единственное, что на территорию аэропорта не пустят ваших сопровождающих. Вы сразу же у входа показываете билет, что летите вы. Вы должны быть обязательно в маске. Но разве что только у вас будет перекус, пожалуйста, кушайте. Но потом маску вы обязаны будете одеть в аэропорту, в самолете. По прилету вас встречать гид не будет. Загрузка в автобусах будет 50%. Это плюс, это неплохо. Вас развозят по отелям. В отеле вас встречают менеджеры, расселяют. То же самое сейчас разрешили до конца сентября. Некоторые страны до начала октября. 50% загрузки отеля, что тоже не является плохо для наших туристов. Почему? Потому что вас могут раньше заселить, вы не будете ждать до 4, до 6 часов и так далее. То есть прилетели вы в 10 часов, вас уже поселят. Потом меняется система all-inclusive. Конечно же, обслуживающий персонал от, обязательно. До речі, як це буде зараз відбуватися? От я вам говорю, all-inclusive останется, ніхто голодним не буде, только ви не зможете самі набирати. Тобто в цілях безпечності поставлять стеклянні такі вітрини, за которыми буде стоять персонал в масках, в перчатках, дезинфицировать свої руки, міняти перчатки і вам накладывать. Сколько раз ви подойдете і попросите, столько вам і наложить, тобто без проблем. І то же саме ви возвращаєтесь без обсервації в Україну. Тобто безпечні країни – це Турція, ще раз, Хорватія, Албания, Грузия, Черногория, Болгария. Все. Я скажу відверто, що щодо тестування на коронавірус, я бачила новину, що у Відні туристам пропонують пройти тести, що, правда, вартує це 190 євро, але чи гарантує безпеку подібне тестування? І з іншого боку, чи плюс відсутність тестування, про яке ви говорите, тому що небезпечно. Смотрите, на території отелів, в аеропорту, везде будуть, є сканери, які смотрят температуру, то есть если у вас выше 36, уже в аэропорту вам порекомендуют или остаться в Украине, не лететь, или сделать тест. То есть вы понимаете, да? Добре, Сергій, хочу до вас перейти, тому що робоча назва цієї програми була «Як не потрапити у ситуацію Сергія Компанійця». Тому що ми усі спостерігали за тим, як ви поверталися з круїзу. І взагалі, можливо, ви полюбляєте подібні пригоди, але от непідготовленій аудиторії залишитися десь за кордоном, поза домом і не мати можливість повернутися, це досить стресова, м'яко кажучи, ситуація. Розкажіть, будь ласка, чим завершилася ця історія? Як ви повернулися? І що взагалі робити в таких екстремальних випадках? До кого звертатися? Чи допомагає посольство? Чи куди бігти взагалі? Пожалуй, начну з останнього питання. Посольство і МІД оказали нам дуже велику моральну підтримку. Але не більше того, к сожалению. Вони вас так по плечі поплескали і сказали, держитесь. Практически, да. Но при этом настраивали на то, что, ребята, вы задержитесь за границей надолго, потому что границы закрыты, и никаких перспектив решить эту проблему нет. Вот. Но благодаря компании, с которой мы путешествовали, это компания Costa Cruises, все очень хорошо закончилось. Начать нужно с того, что мы уже практически на себе испытали вот все те протоколы, о которых Марина говорила, потому что как только началась пандемия, была объявлена МОЗом, на лайнерах были приняты дополнительные меры безопасности, и вот вся та раздача, например, продуктов, буфеты, все работали именно по такой схеме. Если раньше ты сам подходил и мог набирать себе там продукты какие-то, брать еду, то с определенного момента стояли официанты, стояли люди, которые помогали тебе положить в тарелку там блюда какие-то. Все это было защищено стеклянными перегородками, вот, то есть максимум использовалось каких-то средств для обеззараживания, столики тут же протирались этими всеми средствами после того, как человек вставал. Вот.
Поэтому, в принципе, уже понятно, как будет действовать, ну, например, те же круизные компании в условиях пандемии и распространения коронавируса, ковида. Что касается возвращения, да, очень важный момент, я уже сказал, что это компания, с которой вы сотрудничаете. И в нашем случае компания взяла на себя все финансовые обязательства и по отправке нашей домой. И очень характерно, я бы, например, привел пример коллег, которые были из Евросоюза, когда чартерным рейсом их доставляли как маршруткой там, в Брюссель. Из Брюсселя самолет летел в Штутгарт, из Штутгарта он летел там, в Берлин, и там людей по 2-3 человека просто высаживали в аэропорту, где они садились прямо возле трапа в микроавтобус и их привозили прямо под подъезд дома. Вот. То есть, звучить дуже непогано. Ну, звучить по-європейськи, але так, це очень здорово. Зсередини виглядає. Ніхто вас не бросить. Именно так все это и выглядит. То есть, как бы, правда, вся эта сказка заканчивается на границе Украины, и на границе Украины уже как бы меняются несколько правил, в том числе и безопасности. То есть, если до границы ты чувствуешь себя в каком-то санитарном коридоре, абсолютно безопасном, то стандарты безопасности резко меняются, когда ты пересекаешь границы Украины, к сожалению. І що зазвичай, як повернутися додому, скажімо так? Тобто, як полетіти, ми вже приблизно зрозуміли, а як повернутися? Що відбувається у нас на кордоні? Яким чином у нас на кордоні, у нас ти тут же вливаєшся в общую масу там гастарбайтеров, людей, которые каким-то образом оказались за границей, и не всегда это люди, которые придерживаются правил там, социальной дистанции какой-то, используют маски и так далее. Вот. Ну, достаточно вспомнить автобус, который мы пересекали границу в нейтральную зону, когда в автобусе было порядка 60 человек, это с вещами все, ну то есть кто в масках, кто не в масках, друг на друге, ну, зрозуміло. Ми ще говоримо про те, як безпечно повернутися. Пане Валерію, у вас взагалі дуже цікавий формат цих турів авторських. Цікаво, що ви подорожуєте умовно в Гімалаї з 4-річною донькою. От. Цікаво. Ну, але це вражає. На велосипедах, знову ж таки, подорожуєте Європою. Як зараз, от, в умовах пандемії, з одного боку, мені здається, що на велосипедах або окремо це трохи безпечніше, от, тому що мінімум контактів із людьми. З іншого, ну, з великою кількістю людей, з іншого боку, перетин кордонів, знову ж таки, ось ці юридичні нюанси. Розкажіть, будь ласка, про специфіку цих турів і як пандемія на цьому позначилася, як ми виходитимо з цього, наскільки безпечно. Ну, як пандемія позначилася? Закрили границі, ми нікуди не поїхали, все. От зараз відкривають кордони. Границу, любая коридор. Но для того, чтобы доехать, скажем, до Франции, надо пересечь Польшу, Германию, Швейцарию или объехать Швейцарию. То есть, если одна из этих стран закрыта, то мы никуда не поедем. То есть, мы сидим и ждем, не больше. Якщо завтра відкривають кордони, умовно. Якщо завтра відкривають кордон, кордон у нас... Як відбуватиметься ось такі тури? Як відбуватиметься ці подорожі? Як відбуватиметься перетин кордонів, умовно? Сели в мікроавтобус і поїхали. Пересекли границу и поехали. Приехали, взяли палатки, ну, в зависимости от того, какой тур. Есть варианты, когда, допустим, трек вокруг Монблана, это 170 километров, 10 перевалов с набором высоты 1000 метров. Это одна специфика. То есть люди идут, тащат все за собой. Там. Есть специфика жить в кемпинге, делать радиальные туры. Есть специфика ходить на восхождение. Но в любом случае это контакт минимальный. Если говорить об эпидемии, контакт минимальный, потому что все спят в палатках. Компания маленькая, да, локализуется, скажем, в микроавтобусе 9 человек, не больше и не меньше. І взагалі можна ні з ким не контактити. Ми зараз покажемо трохи кадрів із ваших турів. Стосовно ставлення до пандемії, це такий індивідуальний момент. І все ж таки заходи профілактики, вони завжди в плюс, я вважаю. А можливо, ще кілька слів, як проходять ось ці тури? Палатки, зрозуміло. Юридична сторона питання. Якщо, наприклад, виїхати, а потім знову у нас тут спалах, від чого ми, на жаль, не застраховані, як повертатися? Ніхто не знає. Ну, як повернутися? Якщо закриють границі, як повернутися? Ніяк, от так же. Будемо стояти на границі. Ну,
до того, как их откроют, мы же не поедем. А если поедем, то их откроют, то значит и вернемся, наверное. Ну, я маю на увазі, от якщо станеться така ситуація, як з Сергієм Компанійцем, тільки у вашому турі. Нам буде проще. У нас є палатки, у нас є кухня, у нас ми можемо приготувати. У них є навики, вони можуть довго жити, ми можемо в лісу торчати під цілу зиму. Тобто непідготовлена людина, я, наприклад, так просто легко одразу на наступний день після того, як кордони відкриють, з вами поїхати не зможе. Да, просто. Я лично ездил с Валерием, и я был тогда не подготовлен, я был окутан, и весь наш коллектив его заботой и любовью. Он настолько профессиональный, мы еще не успели проснуться, он нам уже готовил там еду, так что я рекомендую с ним путешествовать. И это, наверное, одна из как бы сегментов, где они наиболее защищены. Ми сьогодні навмисно вирішили не говорити про внутрішній туризм, тому що, ну, зрозуміло, що в Україні є куди поїхати. Але і якщо щось станеться, типу, знову спалаха пандемії, може бути, наприклад, не так, як ви планували, але це зрозуміло, як вирішувати. А от що робити, якщо за кордоном? Пане Олександре, ви сьогодні вже почали говорити про те, як були замовлені подорожі, тури, і через пандемію вони відмінилися, відклалися, перенесли і так далі. Перенеслись. Що робити із цим? Як вони поновлюються? Коли вже можна летіти? Тому що я потрапила, відверто кажучи, у схожу ситуацію. Ну, ми мали квитки у Венецію, і відмінилася поїздка. І я навіть не знаю, чи ризикну я зараз їх все ж використати. Хоча можна там змінити і дату, і напрям, і так далі. Як ви виходите Це з цієї ситуації? Це прекрасний питання. Очень важный и актуальный, потому что многие годы туроператоры готовили наших туристов на раннее бронирование. И большинство, ну я не скажу, что большинство, но очень много туристов, как и вы, вот заранее забронировали свои туры. И они оказались в такой ситуации, с которой, ну как бы не сталкивался, в общем, весь мир. И что необходимо делать? Я бы посоветовал, и мы призываем всех туристов не отменять туры, не просить возврата денежных средств, потому что это может вызвать эффект домино. И что самое страшное может произойти, это могут разориться наши туроператоры. И тогда никто никуда уже не полетит, и деньги вернуть будет нельзя. Из ведущих туроператоров, часть туроператоров сделала таким образом, что не нужно будет доплачивать за те туры, за изменение даты на туры, а часть операторов все же предлагает выбрать другую дату и доплатить за сезон. Если люди, например, на весну планировали свое путешествие, они, естественно, меньше запланировали, чем на вот летний сезон. Им придется доплатить. Но все туроператоры предлагают всевозможные условия для того, чтобы туристы полетели, получили свой продукт. И вот мы 13 числа, буквально завтра, ждем большой расширенный брифинг нашего правительства, нашего Министерства иностранных дел, который и будет объяснять нам детали о нашем вылете. Ну, Марина четко рассказала, какие страны готовы нас уже принять, и мы будем готовить наших туристов для того, чтобы они получили новые прекрасные впечатления от отдыха. А стосовно країн, про які найближчим часом можна забути? Тому що ви сьогодні перелічили країни, куди я можна сказати, летіти, хочу. Азія. Вони прекратили польоти до 1 ноября. Угу. Катари. Вот. Ми сподіваємося, що відкриють їх раніше, може бути, під кінець августа, але поки до 1 ноября наші туристи, ті, які запланували, весною ми їх перенесли всі на 10-20 числа ноября. Тобто не улетіть ви на Балі, Шрі-Ланки, Таїланди і так далі. Угу. А это стосовно точно. Італії, у яких ні, Італія, я думаю, що возобновиться теж в июлі. Італія, Іспанія. Звісно ж, вони не хочуть сорвати собі сезон, тому що Азія круглогодична, ті ж Таїланди, Балі, а у них сезонно до ноября. І, звісно ж, вони хочуть бачити наших туристів. Ну, так як вони їх дуже напугали, наприклад, я б теж зараз, наприклад, в Італію не полетіла і в Іспанію, от ближайше, июль-август, можливо, там осінню, да, от Сергій говорить, компанійець. Посмотрим, какая у них будет ситуация. Сейчас нет.
Знову ж таки, стосовно обмежень і вимог, тестування і так далі. Знаю, що та ж Італія, наприклад, була така інформація, що вони начебто відкриті, але виключно для Євросоюзу. Так, чесно. Чи є якісь ще вимоги, можливо, в країнах інших, окрім тестування? Маємо вже необхідне тестування для членів Євросоюзу. Що ще? Поки не знаємо. Ну, смотрите, я вам хочу сказать, это все можно придумывать и 60 евро, и 190, как вы говорили, евро. Все заключается в финансах. То есть наш, например, украинцы сейчас кризис, и они просто не смогут себе позволить полететь в эти страны. Если они поднимут, мало того, что туристический продукт и плюс тестирование, то они уже выберут те страны, которые убрали эту сумму 60 евро или 190 евро и полетят в проверенные страны. То есть... Я думаю, что тут можно еще добавить вопрос о страховых компаниях. И более четко. Да, более четко. Чи є, до речі, страхування? Є, я готувала таке запитання. Чи можна застрахуватися від умовного там ковіду, від закритих кордонів? Чи є, з'явились якісь нові форми саме страхування? Да, ведучі страхові компанії пересмотрели свої страхові обов'язки, обов'язково внесли туди лечення COVID-19. І некоторые компании, страхові компанії розглядають там вопрос симптомного и бессимптомного лечения, возвращения обратно и все вот эти нюансы. То есть туристический, ну, вся индустрия настроена на то, чтобы создать максимальные условия для наших туристов. Безопасные. И те же самые аэропорты, и авиалайнеры, и они готовят новые продукты для того, чтобы турист летів. Всім вигідно, щоб всі возобновили свої путешествия. Сергій, ви... Здесь обратная сторона есть в того, что сказала Марина. Дело в том, что не сколько мы нуждаемся в путешествии, сколько страны, которые зарабатывают на туризме, нуждаются в нас. Да. И туроператоры. Да. И поэтому условия, о которых там какие-то страшные условия, они прям вот, я наблюдаю, как они на нет все сходят. Если брать, например, тот же Кипр, который заявил о том, что да, мы пускаем без тестирования, и там очень льготные условия для, например, для Греции, да, то я хотел бы увидеть этого грека, который полетит с чего-то вдруг на Кипр отдыхать. Или они сделали там такие условия, например, для Израиля, у которого есть своя прекрасная курортная зона. Да? Вот. Или, скажем, для Германии, когда немец сел в машину и до Хорватии доехал за несколько часов. То есть здесь нужно понимать, что все равно эти страны очень сильно ориентированы на туриста из стран СНГ. И я уверен, что они в ближайшее время будут менять эти все условия нашего посещения. И поэтому немножко нас сейчас боятся, да, и та же Италия уже открывает границы для Евросоюза. Я думаю, что Португалия, кстати, тоже открыла пляжи свои. Тенерифе, Испания. Да, без проблем. Вот. Но это временный... Нужно понимать, что нам только вчера разрешили стричься, да, вот, а сегодня мы уже хотим лететь за границу. Вот. Давайте немножко волосы отрастут, и мы полетим и отдохнем. Все будет хорошо. От стосовно економічної складової, насправді, як ви зараз виживаєте? В принципі, бізнес вже стоїть. Чи великий попит? Чи багато людей готові летіти? Ну, окрім тих, що вже забронювали собі тури заздалегідь. Вам сказати чесно? Так. Говорю, 50% агентств просто закрылись. Угу. В каждом городе, без исключения. По поводу лично моего агентства, у нас было прибыли ноль, у нас были только минусы. Это счастье, что мое помещение, у меня не было затрат на аренду, потому что закрылись те, которые были арендованы. Я вкладывала деньги со своего другого отельного бизнеса, иначе бы я тоже закрылась. Вот это правда. Помощи от государства мы никакой не увидели. Менеджеры – это ценнейшие люди, которые мы оплачивали полностью, иначе если я потеряю этого менеджера, я другого такого профессионала не найду. Поэтому мы сейчас в большом минусе. Какие есть заявки? Да, есть заявки, у меня уже пару заявок, но они самые дешевые, самые бюджетные. Мы на них зарабатываем минимум для того, чтобы не испугать клиента, для того, чтобы они хотя бы пошли, поехали и доверили нам свой отдых. Поэтому ценовая политика раньше, если у нас от 800 евро и выше – то сейчас нет, сейчас от 1500 и ниже. Самое популярное – это 560, 650 до 860 на двоих отдых
Например, вот эти страны, которые могут лететь. Вот это реалії сьогоднішнього дня. Трохи заплуталася, то зараз подорожувати стало дорожче чи дешевше? Ні, дешевше, звісно. І наші потребителі обирають тури подешевле, тому що вони були в такому ж кризисі, як і ми. У них теж мало грошей, але вони хочуть відпочити зі своєю сім'єю. Якщо вони вибирали п'ятерки, вони зараз вибирають четверки. Ті, які четверки, вони вибирають тройки, але вони все одно полетять. Ви сказали, що держава не допомагає. А як, чи відомі приклади за кордоном? Чи допомагають там ось вижити туристичні? В Америці у нас знайомі в Бостоні, у них, звісно, не тот род діяльності, але їм допомагали $1000 на взрослого чоловіка і на дітей, теж по $500 в місяць. І на время карантина аренду они не платили, какие-то вот такие были льготы. Например, в любом случае Европа тоже самая помощь была. Это я говорю, опять же, не туристически, это туристическое, я не знаю. То есть если ты не работал, тебе возвращали 75% твоей зарплаты, например. Я бы хотела, чтобы моему менеджеру возвратили 75%, например, с государства. Я бы хотела, чтобы я не платила в это время налоги, потому что мне... Придется їх платити. Світ, газ, який я теж плачу. Вот, вот хоча б такі компенсації. Тут можна вспомнити ще один момент. Тобто, во-первых, туристическая вообще область больше всего, наверное, пострадала в целом в мире. Да? И если брать от больших компаний, например, вы вспомнили авиацию, да, авиационные компании, то государства практически все очень крепко поддержали авиаперевозчика. То есть Люфтганза получила большой транш помощи от Германии. Air France, например, который летает в Венецию, вот, 7 миллиардов получил от французского правительства. Такая хорошо. Же ситуация с Голландией там, и так далее. То есть... авиаперевозчики получают свою помощь. Например, круизная отрасль каждый месяц теряла 1 миллиард долларов или евро, я уже точно не помню валюту, 1 миллиард в месяц теряла в целом вот, как бизнес. Вот. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее снова вернуться к деятельности. И опять-таки, возвращаясь к ценообразованию, это очень сильно сказывается на ценообразовании, потому что я вижу, как туры ну, значительно стали дешевле, которые предлагают компании купить наперед. Вот. То есть там, на следующий год, через год. То есть сегодня можно купить, например, круиз там, на 2022-2023 год. То есть... И ну, это достаточно там, незначительные суммы по сравнению с тем, как это было в доковидный период. То от стосовно вашого способу подорожей, всі друзі, які знають вашу історію, всі цікавляться, круїз, ага, а як, а що, де ви їх знаходите, умовно кажучи? Ну, я так розумію, що є взагалі три види получення цієї услуги. Да? Є услуга абсолютно такая СНГшная, это прекрасная пирамида InCruises, вот, когда вы там постоянно платите какие-то деньги, эти деньги превращаются в круизные доллары, ну, в общем, очень запутанная схема, вот, с которой я бы, например, точно не связывался. Есть возможность обратиться непосредственно к круизным операторам, которые у нас есть в Киеве и которые представляют определенные компании. Вот. Я же пользуюсь... традиционно тем, что я все бронирую самостоятельно, то есть начиная от авиабилетов, гостиниц и круизов, непосредственно на сайте. Вот, к сожалению, у нас нету сайта в Украине этих компаний, поэтому можно зарегистрироваться там как гражданин Австрии. Например, если ты заходишь на австрийский, я просто использую для этого домашний адрес какой-то гостиницы, где я проживаю. Там не указывается, что ты гражданин, ты должен жить просто в Австрии. Я могу быть гражданином Украины. Я просто регистрируюсь, что я живу в отеле в таком-то номере, просто-напросто и покупаю непосредственно на сайте. Отбирает у нас хлеб постоянно. Скажем так, я его выращиваю и сам ем. Такий легкий конфликт зараз міг бути тут. Здається, що ось ваші тури, або, скажімо так, ваша специфіка подорожей, вона мала бути найменш травмованою через пандемію. Тобто, чи були у вас якісь збитки? Чи легко зараз поновлювати усе це? І знову ж таки, чи багато, чи додається вам зараз клієнтів, враховуючи, ну, от зараз наш такий специфічний період?
Ну, дело в том, что мы спортивный клуб, мы не хозрасчетная организация, и на нас это никак не сказывается. Просто мы никуда не поехали. Угу. Вот и все. Просто отложили поездки до лучших времен. Но это не хозяйственная структура, и у нас убытков нет. Ну, можливо, недополученный доход. Вот, нет, у нас в чем специфика так клуба? Собрались люди, которые хотят, допустим, зайти на Монблан. Вот, угу. Вот мы сидим впятером. Мы посчитали, дорога стоит вот столько-то, кемпинг столько-то, еда столько-то. Купили, взяли деньги, заправились и поехали. Вот весь ход расчет. То есть это не коммерческая структура, я на этом не зарабатываю. Поэтому вот пандемия, единственный изъян тот, что у нас, да, у нас на весну была запланирована Адриатика на велосипедах, мы не поехали. Вот сейчас мы должны были быть в Доломитовых Альпах, мы не поехали, ну поедем позже, вот и все. У вас просто отложенное удовольствие. Отложенные радости, да. Можливо, якісь підготовчі моменти? Ви ж продумуєте, закупаєте ті ж самі продукти, закупаєте, ну, готуєтеся, знову ж оформлення документів, певно, є якісь. Яких документів там є? Ну, во-первых, є вже наработані програми, у мене їх багато, і велосипедних, і горних. В зависимості від составу колективу, хто-то може зайти на Монблан, а кому-то просто цікаво полежати в кемпінгу і подивитися на сонечко. В зависимости от того, какой континент, есть готовая программа, приехали, опять же, она меняется по ходу пьесы. Вот мы приехали в Грецию, заехали в Албанию. Боже, какой пляж, ноябрь, никого, солнышко. Ночью как пошел ливень, и на 5 дней вперед перспектива ливня. Тут же сели в бусики, уехали в сторону Афин. Вот в чем наша специфика, у нас нету программы. Мы абсолютно вольны в своих перемещениях. Понравился пляж, остались на этом пляже. Пошел дождик, поехали дальше. Потом заехали в Афины, у нас одна девушка бежала традиционный марафон, именно из города марафон в Афины. Она добежала, мы ее посадили в бусик на заправке, она приняла душ и домой. Вот поэтому нам очень просто в этом отношении. Это бременские музыканты. Да. Здається, что такий вариант подорожі, він значно економічніший. Конечно. Скільки вартує, я розумію, що, певно, важко середній такий цінник визначити, але от найближча ваша подорож, та, яка планується, наскільки це дороге задоволення? Ну, для примеру, от, допустим, поїхати во Францію, в Шамоні, це 2600 кілометрів в одну сторону, вот мы ездили в прошлом году, транспорт был 200 евро с человека, кемпинги обошлись, наверное, до 50 евро. Ну а дальше, если вы привезли из Кировограда сублимированные, то есть из Кропивницкой, извините, сублимированные продукты, разогрели их на кипятильнике, это ничего не стоит. Если вы пошли в кафе и заказали пиццу за 8 евро, то это вам обошлось 8 евро. Вот в Грецию мы ездили, 250 евро была дорога, мы ездили 14 дней. Где-то народ по 50 евро потратил на кемпинг, где-то по 50 на еду. Ну вот сложите до кучки эти деньги, вот и все. Вот это весь бюджет. Я знову повернусь до складової безпеки, тому що, ну, це найбільш те, що хвилює, я думаю, і мене, і глядачів. І все ж, як безпечніше перестрахуватися умовно? Тобто, ось у цих подорожей, аби уникнути незапланованих, скажімо так, пригод. Чи заручитися підтримкою світового відомого бренда і перестрахуватися його іменем, ставленням до клієнта і так далі? Чи, можливо, все ж обрати невелику агенцію, де можна там порівняти і обрати. Чи все ж авторський тур, коли ви самі собі належите, але все ж моменти із оформленням документів, знову ж ті ж самі страховки. Якщо ти працюєш з яким-то великим світовим туроператором, да, то есть это всегда есть определённый такой степень безопасности в том, что с тобой ничего не случится. Но, с другой стороны, охоту, рыбалку и собирательство тоже никто не отменял. То есть, если ты там в индивидуальном туре оказался где-то в местах, где ты можешь себя прокормить деньгами и каким-то собирательством. У нас коллеги оказались в этой ситуации, например, в Индии, там, ну, реально было очень сложно, они реально собирая там охотой занимались какой-то, ну, рыбалкой и так далее. Вот. Попрошайничеством. Да, ну, возможно, и это. Попрошайничеством в Индии очень тяжело заниматься. Там конкуренция большая. Вот, но, да, поэтому каждый берет на себя ту ответственность, ну, изначально понимая, если ты выбрал индивидуальный тур, значит, ты должен за все отвечать сам.
Вот. Если у тебя за плечами компания, которая тебе может помочь, вот как в нашем случае, да, было, это же очень здорово работает тоже на перспективу. Если тебе компания помогла и обеспечила всем необходимым, ты будешь проявлять лояльность именно к этой компании в будущем и будешь с ней сотрудничать и так далее. То есть никто не отказывается от успішних схем. Да. Валерію, знову ж таки, стосовно перевірок. От ми трохи спочатку про це говорили. Зрозуміло, що в аеропортах умовно там зрозуміло, як це контролюється. Коли ви подорожуєте машиною, до прикладу, як проходить перевірка, чи ніхто ніде не підхопив вірус? Ну, ми при вірусі не їздили. Ну, зараз ви ж плануєте, і ми вимушені жити із розумінням, що пандемія поруч. Якщо відкриють границі, ми сядемо і поїдемо. Як там будуть перевіряти, я не знаю. Будуть ли там тестувати, чи не будуть. Ну, протестують. Ну, як ми заходимо в епіцентр? Ну, приложили пістолетики, пішли далі. Так же будете на границі, мабуть. Якщо раптом в процесі подорожі хтось з симптомами, По ситуації. Придумаю. Добре, тоді, Олександре, вас ще у цьому ж контексті. Да, я хочу некоторые разъяснения. Угу. То, что мы, например, сейчас знаем. Мы знаем, что когда мы приезжаем в аэропорт, у нас бесконтактное будет определение температуры. Если температура выше 38 градусов, значит, вам предложат поменять билеты, авиакомпания будет вами заниматься. То есть вы на борт не попадете. Угу. В здание аэропорта не попадут, как уже говорила Марина, ваши сопровождающие. Кроме того, если у нас на регистрацию и отправление было около 2 часов, то сейчас это время увеличится до 4 часов. Почему? Потому что будут перевозить в самолет меньшее количество людей. То есть так как раз нас раньше набивали полные 2 автобуса и завозили весь самолет. Такого сейчас не будет. То есть будут везти полупустой автобус к самолету. По поводу duty-free. Duty-free будут работать. Единственное, что они предупреждают, что нельзя будет пользоваться пробниками. На борту самолета duty-free будет работать, но рассчитываться наличными будет нельзя. Кроме того, весь персонал, ну, соответственно, стюарты будут в масках. По поводу туалета. Если раньше мы стояли и толпились в конце туалета в очереди, теперь для того, чтобы сходить в туалет, необходимо будет поднять руку, и стюард будет вас, как маленького ребенка в детском саду, вести в туалет. По прибытию тоже сохранение социальной дистанции, и опять же будет тестирование, бесконтактное измерение температуры. В некоторых странах будет тестирование. Если же у вас выше температура, вам многие страны заявили, что сделают бесплатный тест на коронавирус. И, в принципе, могут вас изолировать либо в больницу, либо же, как мы уже знаем, либо в отеле, либо специальные отели, либо в отелях будут выделены специальные вот комнаты. Это по поводу безопасности. Ну и, конечно, что бы я посоветовал туристам, это четко обратить и оговорить по поводу страховки. Что будет входить, если произойдет страховой случай именно по поводу коронавируса? Ще стосовно обсервації. От, наприклад, повертаємося в Україну. Нет. Які? Большинство. Ну, вот они должны 13 числа сделать расширенный брифинг и нам рассказать. Предварительно будут определены страны, которые входят в зеленую зону и в красную зону. Угу. Вот те, которые будут заезжать к нам. Например, если до 40 случаев на 1000 заболевания в той стране коронавирусом, это зеленая зона. То есть обсервации никакой не будет. Если выше, то эти страны входят в красную зону, и там они будут как бы рассматривать этот вопрос. Но до 1 июля есть еще значительно 2 недели, даже 3 недели, и будут внесены какие-то изменения, и я думаю, что в лучшую сторону все больше будет стран, которые нам откроют возможность путешествовать. И пару слов дополню. Вот Саша сказал по новым правилам.
кто летал до 11 сентября, помнят, что угу. не было никаких вообще ограничений. Да? То есть, и потом мы просто очень быстро привыкли к тому, что нельзя перевозить определенное количество жидкости. Да. Да, там. Да. Я думаю, что мы точно так же привыкнем к новым требованиям, которые сейчас возникли. Но пока больше всего меня, честно говоря, напрягает в этой ситуации использование маски в течение полета, да. обязательное. Кроме детей до 6 лет. Да, угу. это вот... Ну, просто я бы хотел дополнить. Плюс, например, по нашему любимому Air France не будет питания и традиционной бутылочки с вином на рейсах, которые меньше 2,5 часов. Вот. То есть они убирают. Это шкода, звісно. Так, это да, и это большая потеря. Вспомнил. И по поводу ручной клади. Рассматривается вопрос, что ручную кладь мы будем сдавать вместе со своим багажом. Оставят только маленький редикюль для девушек и какую-то маленькую барсеточку для мужчин. Я хотіла б дати слово кожному з вас, лаконічно, якщо можна, але з приводу такого важливого моменту, у нас є стереотип у суспільстві, що подорожувати за кордон – це дорого. Кожен із вас є експертом у своїй сфері, і я переконана, що ви знаєте багато лайфхаків, як зекономити, але при цьому, щоб добре відпочити. Я ще наведу такий приклад, що мала дуже класний відпочинок за кордоном, і загальною вартістю це вийшло дешевше, аніж приблизно такий самий, але в Одесі влітку в сезон у нас тут. Тому, от давайте зараз трохи, я вам так даю можливість надихнути наших глядачів на те, щоб, звісно, бути відповідальними, дотримуватися усіх заходів профілактики і все ж. Економічний аспект, ну і, можливо, десь організаційний. Ну, для мене це чітко має бути включено в цю суму все. Для того, щоб ти знав, що ти заплатиш $500, ти поїдеш, віддохнеш, і у тебе не буде дополнительних растрат. Потому что если лететь в Европу, это дорогое удовольствие, потому что у них только завтраки. И сколько ты потратишь в процессе отдыха, ты не знаешь. То есть, поэтому покупайте просто комплексный тур, в который все включено, чтобы вы знали, на что можете рассчитывать. Вот Сережа может сказать по поводу Европы лучше, как путешествовать. Ну, потому что... И стесенно лоукостер, снова ж таки. Наши гуси всегда лебеди, я бы так сказал. Вот. Я тут не совсем согласен с... В чем прелесть пакетного тура? В том, что действительно, человек, у которого один отпуск в году, да, человек хочет не заморачиваться какими-то проблемами. У него нет времени достаточно, чтобы подбирать бюджетные авиакомпании, билеты, там, заниматься гостиницами. Да. То есть ну, все то, чему я, например, уделяю там, значительное время, потому что оно у меня есть. Если у человека нет времени, ему проще прийти в компанию, обратиться к турагенту, подобрать тур и улететь, прилететь, зная, что у него включен трансфер, самолет там, и так далее. Но я не согласен с тем, что это дороже, я тут больше как бы на вашей стороне. Я просто приведу пример. Мне очень дорого отдыхать в Украине. Очень Украина дорого. Очень дорогая. Вот. Да. Гостиница на Пальме де Майорка, которую я последний раз снимал, стоила 22 евро с завтраками, и она находилась в 7 минутах от пляжа. 22 евро вы не снимете гостиницу в Одессе, даже далеко от пляжа. То же самое, что касается продуктов, да, если там покупать продукты. Ну, так уж получается, что ряд продуктов в той же Испании, в Италии дешевле, чем в Украине на сегодняшний день. Вот. То есть там, ну, по крайней мере, там, да, то есть, может быть, опять-таки, даже в кафе это не очень дорого. Ну, то есть, как питание за рубежом – это не такая дорогая, в общем-то, не такое дорогое удовольствие, как может кому-то казаться. То есть мы сейчас достигли такого порядка цен на продукты питания в Украине, которые соответствуют ценам в Европе. Вот. Точно так же перелеты. Там, вчера, например, компания, одна из лоукостов, предлагала в ИЗР, предлагала билеты по 9 евро в Вену. Ну, вот... За 9 евро можно улететь в Вену. Если у вас нет времени, вы приходите просто к турагенту, покупаете тур и улетаете. Безпечный отдых абсолютно. Валерію, я розумію, що ваш головний лайфхак – це просто ваші авторські тури. Ну, от. Да. І все ж, можливо, ще щось виокремимо.
Ничего отдельно не расскажу. У нас изначально все совершенно. У нас нет шведского стола, у нас нет бокала мартини на краю бассейна. У нас все по-другому. Але другі якщо вкуси. Захотіти підготуватися, я думаю... Это несложно. Во-первых, добираться своей машиной, если мы поедем вдвоем четвером, это дешево. Это дешевле, чем любой самолет. Дальше кемпинги. Ну, если пойдем с востока на запад, в Турции, это может быть 4 доллара в сутки. Но у вас будет, все равно будет горячий душ, у вас будет туалет, Wi-Fi и электричество, но своя палатка. Ну, самые дорогие кемпинги я встречал в Италии, это ну, 15 евро. Франция это 8 евро. А Шуани тоже не самый дорогой, дешевый регион, скажем, вот вы были. Да, вот в районе Монблана 8-9 евро вы на сутки, у вас прекрасная зеленая лужайка, вид на Монблан у вас из палатки, у вас есть душ, туалет, кухня помыть, посуду и все прочее, и вы свободны. То есть у вас нету... пиковые по красоте места, да, ну то есть как ну, бы просто... таких мест там во. Причем да. Вы не связаны ничем по программе оператора. Вы сюда захотели, пошли туда. Послезавтра кто-то рассказал, сели в автобус, поехали куда-то туда. То есть и изначально это, конечно, дешево. Да, нету комфорта, да, нету там хрустящего белья, но это другая специфика, это на другого потребителя. Дякую, Александре. Ну, для меня самое большое богатство – это наши туристы нашего агентства. И я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить их всех за то, что они проявили терпение. И со своей стороны я и буду делать все возможное для того, чтобы они получали качественный продукт, для того, чтобы они отдыхали и были счастливы. Я думаю, что все будет хорошо, а мы все же будем путешествовать и продолжать быть счастливыми. Дякую вам дуже. Сьогодні справді була цікава, я сподіваюся, дуже корисна розмова. Глядачам дякую за увагу, бажаю вам міцного здоров'я і нових вражень. До зустрічі рівно за тиждень. Це була Дарина Романська і ток-шоу «Просто-непросто».